19:01 время 18 февраля 2021 года. Здравствуйте, господа участковые инспектора. Где ваши медицинские маски? В рабочее время же находитесь, да? Почему масок нет, да? О, джинсон, да, еще полчаса с вами досмотром. Где ваши медицинские маски? Господин лейтенант. Гражданин Республики Казахстан. О, жұмыс орында не жоқ па? Маска жоқ па? Бұларға маска біткен шығар, әреке. Где ваши медицинские маски? Каспийн. Маска қайда? А, көлікте қап кетті ма? А, көлікте де масксыз жүрдіңдер ма? Көлікте масксыз тағы отырдыңыздар ма көлікте? А? Көлікте қап кетті. А? Почему в рабочее время, на рабочем месте без медицинских масок? Я так понимаю, вы старше, да, здесь, участковый? Да, старше енді келет. Хорошо, подождем. Ваше служебное удостоверение, выполните требования статьи 19, пункта 5. Не үшін көрсетуім керек, сізге біздің қатысымыз бар ма, жоқ па? Асеке, мен түсіріп тұрш. Во-первых, я гражданин Республики Казахстан. Моя фамилия Алпысов Арман. Я являюсь гражданским активистом, правозащитником и юристом. В настоящее время мы пришли куда? В участковый пункт полиции, правильно? Номер какой у вас? 20. Теперь, почему, у меня вот вопрос такой, почему вы в рабочее время находитесь без медицинских масок? Вы же знаете, да, прекрасно, что вы нарушаете требования статьи 425, правильно? Часть 1, да? За которую предусмотрена административная ответственность на должностных лиц. Сколько МРП? Знаете? Или не знаете? Сколько? 230 МРП, да? Вот вы три сотрудника. Почему вы находитесь на рабочем месте без медицинских масок? Я вам конкретно вопрос задал. Почему? Бізге келген кезде кеміз.
азаматтар. А, брюлер келгенге, а, қарсы алған кезде кей вас. А почему вы тогда предприниматели тогда штрафуете, а? Фу, вернее, составляете материал, отправляете в районное управление. Тіс қой, келгенге бар, тек серем болады. Нет, смотрите, вы приходите в магазины, да? Когда продавец один находится, без маски, кушает, да? Вы все равно материал фиксируете, отправляете. Ну как нет? Люди же жалуются же. Завтра этот человек придет, напишет официальную жалобу на вас. Да? Так я вам вопрос задаю. Почему вы на рабочем месте находитесь, да, без масок? Вы же прекрасно знаете эту статью. Почему? Почему вы не говорите своему майору? Почему майор капитану не говорит? Или лейтенанту не говорит? Почему? Арман. Арман. Алпысов Арман. Почему? Азаматта келгенде киеміз. А, солай жазылған ба? Самбрашын қаулысында? Вне зависимости от форм собственности, ношения масок на улице, в общественных местах, в госучреждениях, либо в коммерческих учреждениях должны носить, соблюдать карантин, правильно? Масочный режим. Почему вы это не соблюдаете? Инспектор, қызметті куәлігіңіз көрекшісізін, майор мырза. Вот вы в отношении предпринимателей, да, можете материалы составлять, да, требовать с них ношения масок, а сами нарушаете. Почему так делают? Бағана цеске бардық та, цестің қызметкерлері де тақпай жүр. Біз оларды да түсіріп алдық, олардың үстінен ары жазып кеттік. Міндетті түрде сіздердің үстілеріңізден де жазылады. Видеофиксация бар. Қызметтік куәлігіңізді көрейік, кімге жазатынымызды білейік. Қызметтік куәлігіңізді көрсетіңізші. Басқармадан барып біліп аласыздар. Ішкі істер министрлігінің заңы 19-5 тармағының талаптарын орындамайсыз ғой. Заңды тұлға деп жазылмаған ол жерде. Қазақстан азаматтары талап етті, көрсетіңдер деген. Даже азамат, азамат ретінде талап етіп жатырмын. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің 19-ші бабының 5-ші тармағының талаптарын орындайсыз ба? Орындамайсыз ба? Есім Асхат болады. Асхат. Отказ бересіз ба? Иә. Болды. Кто ваш начальник РУВД? Карабаев. Как? Карабаев. Он вам брат, сват, да? Или кто? Позвание его как? Начальник. Позвание его как? Полковник полиции? Ну, хорошо, посмотрим. Корни бы машина? Не, арки есігін шалмай қапты. Шала жалған байлы.